Ну здорово, народ. Это у меня заключительная серия по PvP-серверу в России 5. Что я могу сказать? Во-первых, да, уже я не в стае. Ой, не какой стае в этом. Не помню, в каком был я клане, корпорации, альянсе, неважно. В общем-то, я полетал по Прометиуму. Ну, в принципе, здесь баны тоже начали уже ходуном ходить. Видно сразу, вот здесь было хотя бы человек 10-15, как правило, Прометий собирало. Единственное, что могу сказать, то что, ну, сервер, в принципе, уже, можно сказать, так мертв. Так были одни боты. А теперь тут, ну, мягко народ выражаясь, толку никакого от этого нету. Сейчас просто пройдемся, такой последний круг, этот сервер я раз на себя покидаю, толку здесь играть нету, когда нет народа. Ну какой народ, здесь вот одни просто боты остались, и люди, которые что-то из себя хотят представить. И дядьки, которые, опять же, вылавливают молодых игроков и убивают их. Ну, точнее, боты, которые вылавливают молодых игроков и их убивают. Ха-ха-ха. Усё. Лети, лети. Кстати, сколько у меня здесь щитов-то? Ой, у меня здесь щитов даже меньше, чем там. Блин. Отстой какой. Давай, 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 давай. Фух, долетели. Ладно, на ремонт. Сравнил со своим персом, который в этом на ПВЕ там хоть и тяжелее и на аукционе торговать, и ресы добывать, но намного мощнее получается. Ну, конечно, по лазерам там у меня уход немного в сторону в плане ДПСа. Давай хоть немного посмотрим систему 5.1. Вот это нам сюда, марсовскую. В принципе, народ, сразу говорю, народ, после банов ботов эти все сервера, большинство, скорее всего, прихлопнут, прикроют. Что здесь реально? Человек 10, блядь, живых. Все. Конечно, по ВВЕ тоже было много ботов, но хотя бы не было столько мертвых душ. А по поводу того, что рассказывают, якобы на PvP сервере больше того, третьего, десятого, нет, тут даже неписи меньше, это видно. Просто овал. Так, сколько у меня тут ДПСа? Таркина я здесь, так я полагаю, не найду вообще. Наверное, птица редкая здесь. Давай на нем проверим, сколько мне тут ДПСа. Так, от лазеров у меня почти 6000, да? Ну, не кисло, не кисло. Так, а что же у меня тут по фейту-то? По фитецкому дай-ка я посмотрю. А, ну ясно, я вспомнил. У меня же здесь есть один нюанс. Масенький-масенький. У меня все дроиды-то с хорошими пушками. Игра зависла, да? Ну да. Все дроиды довольно-таки неплохо прокачаны. Ну и все, весь плюс. Ладно, народ, я этот сервер покидаю, ну смысла не нету на нем играть, где там всего 10 человек, и то пара ботов, которые будут вас выслеживать, постоянно убивать. Я хрен его знает. Я в такую игру играть, в принципе, не собираюсь. Мне лично нафиг не надо. Да уж. Конечно, это отстойно, но тут ничего не поделаешь. Сервером я говорю ку-ку, пока, бай-бай. Делать тут реально нечего. Такое маленькое количество народу говорит только о том, что тут нечего даже и пытаться делать. Но правда, у меня, кстати, лазеры LF4.
Так, что эти лазеры LF-4 из себя представляют по ДПСу? Так, ДПС у них. Ой, да говно это. Я то же самое потом разовью себе на другом сервере. Это не проблема. Ладно, народ, прощаюсь с сервером. Всем удачи, всем пока. Потом уже будут серии ПВЕ сервера. Ну, на этом, да. Ауф, ну, без народа тут смысла играть нету. Кормить каких-то двух долбодятлов, которые летают, всех мочат, я тут поменьше намерен. Они просто мешают играть.